Это все подарки, здесь развивающие игры, наборы, здесь обучающие комплекты для детей как раз для того, чтобы лучше разговаривали. Это воспитанники школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Мальчишки и девчонки робко встречают новых людей и получают неожиданные подарки от общественной палаты. Они одними из первых в округе принимают поздравления в преддверии Международного дня защиты детей. Ребята с интересом распаковывают наборы, изучая их содержание. Пазлы, кубики, игры с героями любимых мультфильмов. Все это поможет им лучше исследовать окружающий мир и развиваться. Уже год реализуем проект в Московской области. Не только. Мы передаем такие развивающие наборы в образовательные центры, в семейные центры, в интернаты, в объекты здравоохранения. Помогал члену общественной палаты представитель молодой гвардии Константин Кузовков. Также постоянный участник волонтерских акций в Мытищах. В этот раз школа для обучающихся с ограниченными возможностями получила 3 больших набора, в каждом из которых 40 развивающих игр. Вместе с ребятами гости погрузились в познавательный мир. За период реализации акции мы передали уже более 1000 таких наборов, в том числе в зону проведения спецоперации, да, более 100 образовательных учреждений Донецкой, Луганской, Херсонской области, Запорожья. Ребята еще долго не могли оторваться от новых наборов. Внимание приятно всегда. А в праздник, наполненный смыслом, оно приятно вдвойне. День защиты детей – напоминание о том, как важно быть опорой для всех маленьких жителей планеты. Анна Смирнова, Первомытищинский.